Дела, где ты? Дома. Отдыхаю. Молодец, я сегодня почему не спала? Не знаю. Я домой приехала в 11 где-то. Спасибо за огонёшки. Вы представляете, я вела эфир. У меня было 900. Ой, ну 800 чем-то. И тут бабах! И выигрывает другой человек. Ему закидывают 1000 на последних секундах. Муж, есть, давай. Спасибо за подарочки всем, за подписочки, за лайки. За лайки. Ты такая лапочка. Хочешь бизнес под партнером со мной? Я с чужими, нет. Я из Каменногорска. В личку выйти, Александр. Александр, вы не слышите? Александр, вы не слышите? Выйдите в личку с Дон Корлеон. Ах, какая женщина. Какая женщина. Из Усть Каменогорска. Ой, Евгений, ты что, еще не ушел? Привет. Я сплю. Засыпаешь под мой эфир? У тебя вообще 19 уровень, а мне ничего не дарил. Как от тебя уйти? Нашей твой талисман? Да. Самолетик. Да. Это значит, что ты, наверное, подарки даришь. А мне еще ничего не подарил. Аж нервы. Ах, какая женщина. Какая женщина. Мне и по такую. Я случайно. Да, понятно все с вами. Привет. Плохие вы. Злюки. Нервничай, вредно. Знаете, кто преданный подписчик? У меня... был этот кулончик. Ой, Вайн, спасибо. Вот, у меня был этот кулончик. Есть один подписчик, который отправил мне другой кулончик. Там, короче, вот так приближаешься, вот так вот, вот так. И там моя фотка. И вот так сзади фонариком светишь, и вот так на стене твоя фотка. Я сначала не хотела говорить адрес этому человеку. Но я решилась и сказала, где я живу. Я думала, меня обманывают. А на самом деле мне подарили такой кулончик. Мило, да? Да, мило. Да, мило. Спасибо за подписку. Рогулька. Мне никто ничего не дарит. Сейчас я вам покажу, если это возможно будет. Если будет видно. А вдруг он зайдет и будет ругаться. Что я показала?
Костя, спасибо за подарочки. Если есть мужчина, зачем дразнить других? Чё? С наступающим Новым годом. Я увидела на девушке, что что-то он значит. Привет. Лампу сломала и фонарика нет. Нет, там фонарика телефона типа. Ну почему плохие мы осторожнее? Я не понимаю, что вы пишете, господи. Сейчас я вам покажу. Казак, вообще это был тогда. Когда я показывала кулончик. Ты поймешь, кто это? Ты поймешь, кто это? Я себе покажу. Я не видела, как работает. Я в инсте в историю укладывала. Блин, ну я не знаю, будут показываться ты тут или нет. Рагульна Москва. Ой, она сейчас такая страшная была. Сейчас, если вам покажется. Подождите. Да блин, так не получается. Сейчас покажу. Подождите. Смотрите. Увидели? Ой, это я. Смотрите. Увидели? Ой, это я. Еще вот здесь сзади светишь так фонариком, и вот так будет, короче, вот здесь на обоях, типа, такая фотография. Это так мило было. Еще пострю цену. Это очень дорого. Вот так вот. Сундук. Константин. Это кто такой щедрый? Параша. Жаль, что вы такого мнения о себе. Я из Каменогорска. Казак, ты увидел? Почему ты ничего не говоришь? Капец, 2800 лайков. Подряд твой тебе подарю. Короче, вот так вот надо девочкам дарить подарки. Интересно, классно, да, на Новый год будет вести эфир? Каспи напишешь, пьяный кто-нибудь зайдет и будет... Привет. Спасибо за подарочки. Есть Туркменистан. Пометись. Отклеилась. Она говорит, точно не зайду. Я буду в щи. А я буду дома одна. Хочу в Алмату поехать. Тут еще шла вот такая штучка. Я из Каменогорска. Почему одна? Потому что я ни с кем не общаюсь. Я буду дома одна, в комнатке.